Приветствую всех. У нас есть 7 ходов, чтобы занять Биюкс и еще попытаться отхватить пару деревень и городов, чтобы получить престиж. И у нас есть небольшие проблемы в мобильности, к сожалению. А также мы попали в непростую ситуацию с продвижением. Везде у нас заторы, так сказать. Непонятно, как их пробивать. Также у нас есть в тылу вот британская пехота, которая непонятно куда рванет. Так, в целом все хорошо. Относительно, конечно же. Есть у нас разведчики, которые могут тут мобильно передвигаться. Давайте начнем с ПТ. Отлетим. И еще у нас может другой по нему пострелять. И мы даже не пробиваем, да? А разведчик уже не успевает. Понятненько. Здесь антиэйр неприятный очень. Здесь. Мы получили серьезных люлей в прошлый раз. Еле ноги унесли. Поэтому чуть-чуть отойдем пока что. Под прикрытие ПТ. Здесь традиционно, наверное, отсюда один заберем истребитель, чтобы следить, что они делают. А здесь мы уже по троечке, кстати, подбиваем. Потихоньку подавляем. Вот мы уже наносим 5 урона. Их надо выкурить из этих джунглей. Но они это не хотят делать. К сожалению. Здесь какой-то жуткий урон мы получаем на тигре. Возможно, его стоит полечить в этот ход. Пополнение сделаем. Тут непонятно. А здесь пионеры заходят, чтобы получить транспорт. А здесь... Пока что, если мы хотя бы сюда вставим, то будет здесь в окружении. Но нам надо как-то подвести красиво артиллерию. Вот отсюда она, в принципе, достанет. Так, пионеры ничего не могут. Тут мы никак не пробиваем, да? Давайте прикроем на всякий случай разведчика, если вдруг кто на него полезет. Тут ползем по чуть-чуть. Проверим, вдруг получится погрузиться. Получилось. И... То есть можно погрузиться. Только где мы можем выгрузиться? Это ближайший будет здесь аэродром. В любом случае, погрузка не получается. В любом случае, как только мы захватим, мы сюда перелетим. Если сможем модернизировать в десантников, будет вообще отлично. Вот этих ребят в десантников модернизировать и через аэродром
переводить, но у нас нету пула на самом деле. Поэтому, я думаю, не удастся нам это сделать. Вы все походили. Давайте просто хотя бы делаем вид, что мы какой-то урон наносим. Модернизировать мы тоже их не можем, к сожалению. Здесь не забываем ребят. Все, они сдались. Уезжаем. Здесь, наконец-то. Ну что, надо... Тут у нас есть ремонт в поле, поэтому... Два хода. Не будем стрелять. Разведчик не жалко. Здесь, конечно, чуть-чуть жалко, но что-то надо делать все равно. Отлично, выкурили их. Захватываем. И не даем забраться. Артиллерии можно уже уматывать, в принципе. Хотя не сюда. Ну, нет, в аэродроме уже там у них особо ничего не получит. Все отлично. Походили. Ты нет. Но ничего и не можешь, по большому счету. Тут мы пока что стрелять этот ход еще не можем. А здесь хотелось бы уже подъехать еще дальше. Хотя нам здесь надо будет забирать. Хотя бы вот так, на единичку. Если так, то они все равно в окружении, меня это устраивает, чтобы добраться. Разведка. Полечись пока. Вы стоите. Так, пехота. Отлично. А вы ничего не можете, да? Даже здесь ни до куда не долетает. Если вот здесь, на этот аэродром. Отсюда, по идее, ты... А, нет, ну отсюда ты не можешь, да. Так, ты долетаешь. Что, у тебя одна звезда. Единичку пробиваешь, пробивай. Надо, чтобы он из ПТ в антиэр перестроился. И еще истребитель у нас есть. Также на единичку пробиваю. Тебе я забыл тележку, к сожалению, купить в самом начале. Все, следующий ход смотрим. И вот они пошли. Ты перестроился, отлично. Здесь занимаем. Тут наконец-то модернизация в пехоту с транспортом. Что по движению? На тройку, да, хоть как? А, нет, здесь на восьмерку. Да. Да, берем тогда Опель. И на Опеле рванем сюда. Здесь срочно никто не достает. Достаешь. Двойку пробили, отлично. Тут ты просто полечился, да? Ну, супер. Тогда тебе вот на пятерочку. Не даем забраться ему в аэродром.
еще стреляем. И единичку оставляем. Следующий ход доберем. Чтобы в болото не убежал. Главное, надо. Все, едем спокойненько тут наконец-то. Эх, хотелось бы. Погрузки нету. Медленно, но ведро продвигаемся, ребята. Здесь 0,5, 1,5. Ну, естественно, 0,5. И 0,4 добираем. Отлично. Теперь надо как-то вот этих ребят окружать. В первую очередь здесь надо разбирать. Пробиваем. Ты отъезжаешь, да? Вот, выезжаем. Это у нас поля, то есть здесь урона мы не получим. Тут у нас защита атак с земли работает. Пробираем. Отлично. Возможно, даже было тобой надо пробивать. А здесь лечим. Здесь врываемся. Отлично. 5. Лучше он не будет так жестко бить. Тут надо прикрыть артиллерию. И подойти поближе. Кстати, здесь мы можем забрать. Тут нам никто не угрожает, в принципе. У нас же был тактический. Кто-то хоть какой-то урон наносит. Единичку надо выбивать по максимуму. Пока есть возможность. Отлично. Что он все портит здесь. А здесь вот эту ПТ надо забрать. 3. Сюда можем еще успеть разок стрельнуть. Давайте так. И так. Тут уже ему ничего не угрожает, мне так казалось. 6-1, жестко. Смотрим, что здесь. Отлично, захватываем на халяву, почему нет. Здесь пока что стоим. Сюда куда-то подъедем, встанем. Артиллерией. Тут продвигаемся просто. Единичку можем нанести, наносим. Отлично. Так. Тут уже у нас подтягивается, кстати, еще одна артиллерия. Отлично. Наверное, сюда все-таки. И стоим пока что. У нас 6 ходов на этих две клетки. Я думаю, больше, чем нужно времени. Тут главное не забыть добрать. И у нас остались кто? Тут опять же стреляем по ПТшке. У нее уже тут 1,5 звезды. И тут пытаемся захватить аэродром. Кстати, следующий ход надо ставить танк. Просто стреляем, пока мы можем. Это единственный, по кому мы могли пострелять. Поэтому остальные просто стоят, улыбаются.
Пускаем ход, смотрим. Так, тут уже артиллерию мы видим. Все. Ты просто лечился, и у тебя сейчас очень подавленное состояние. Я тебя, конечно же, понимаю. Поэтому мы заезжаем вот так вот, стреляем. С прорывом тебя добираем. А и не доезжаем, да? Чуть-чуть. Ну ладно, ее важно было забрать, в принципе. Тут уже настроя осталось. Тебя мы можем, кстати, забрать с прорывом сейчас. Теоретически. Давайте попробуем. Нет, не заберем. Пятерочка чуть не хватит. Угу. Ну, вдруг повезет. Нет, не повезло. Ну ладно, ничего страшного. Разведчик. Веселится, как может. Тебя мы заберем, еще здесь захватим. Вот эта пехота сейчас пойдет, возможно, отбиваться. Тут смотрим, просто полечились, соответственно, кто у нас долетает. Ты урон не нанесешь, да? Ой, нет. Ладно, пофиг. В принципе, потеряем этот аэродром, не страшно. Здесь троечка. Прорыв. Не добрали, да? Так, тут у нас что? Тут у нас простая дорога, да? Ну, обидно, ну ладно. Выдвигаемся назад. А разведчикам, кстати, мы сюда успеем, скорее всего. Помочь нашим инженерам. Так, вы... по максимуму. Пионеры. Нам, в принципе, пионеров здесь хватает уже. Сколько? 5 ходов. 5 ходов это теоретически мы доедем. Дальше. Теперь тут дело за вами. 12. Ничего себе. Тут надо что-то делать с этим. 5 окопанность. Снимаем ее полностью. Все. Уже еще и подавили. Отлично. 4-5 уже. Окружаем. И вот им уже не так весело. Эти ребята с охватом еще, кстати. Три-пять, я думаю, стоит. Чтобы они нас не задерживали. 3-6 тоже. Угу. Здесь мы добираем теперь танк. И единичку я думаю, стоит пожертвовать. Прорыв еще получили. Отлично. Отъезжаем. Подъезжаем поближе. Тут 2-3, больно. Здесь где-то артиллерия была, поэтому выдвигаемся в ее сторону. Вот она. Как и ПТ. ПТ тоже нормально жахнет по артиллерии. Танк едет. Вы бежите. Здесь можно вот как-то так встать. Артиллерия тоже выдвигается, только аккуратно, чтобы ее не закоцали. Как-то так.
Мы сюда сейчас следующий ход выстрелим. В принципе, сюда тоже можно. Все. Тут на троечку можем прострелить. Неплохо так. И проверяем, кто еще может походить. Инженера нет. Вы тоже нет. Вы едете. Вы тоже пытаетесь тут успеть на пир. Ты можешь походить, но ты не можешь захватить, к сожалению. Есть ли смысл? Я думаю, на единичку, да, ближе. Почему нет? Ты уже походил, ты тоже. Так, вот, кстати, кто еще может нанести какой-то урон. Но он ни до чего не достает, поэтому перелетает. Вы что можете? Вы можете ровно ничего. Следующий ход смотрим. Так, вот они, ребята, прибежали. На семерочку пробили. Вы захватили, да? Нет. Я подумал, может, вот эти ребята. Ладно, мы стреляем и отходим. Пока что. Вы у нас кто? Пехота, без звезд, беззубая. Стоим. Будем кошмарить НТР. Здесь 1-1 как-то слабенько. Кто у нас тут, надо посмотреть. Тут ребята, да? Стреляем. Тут подумаем. Тут у нас выбор небольшой. Подавили. Еще у нас есть. Вот, что-то я не понял. А. На тройку. Или тут побольше будет урона. Ты, гад, никуда не поехал, да? Давайте, я думаю, здесь мы троечку пробьем. А здесь два раза выстрелим и еще подаем немножко. Отлично. А здесь прорыв. И сюда еще жахнем. Отлично. И он не хочет уезжать. Я подставил, но если они выйдут в аэродроме, им будет очень плохо. Так, Черчилль жесткий почему-то, 28, поэтому с ним должны разговаривать тигры. А у нас только три панциря, да, здесь? Ладно, тогда тигр стреляет вначале. Артиллерия подавляет, сюда подъезжает. Так, ты можешь пробить, отлично. Значит, пробиваешь. И ПТ-шка забирает. После чего мы окружаем все это дело. Так. Где здесь, да, надо, получается, вот так. Почему не окружено? Здесь надо город захватить. Так. ПТ пока что. Так, мы забыли, здесь же еще были ребята. Я не полетел в прошлый раз. Кто у нас? Бомбардировщик перелетает. Ты тоже можешь перелететь. Переводим этих ребят. Я думаю, три хватит.
После чего вспоминаем, что у нас здесь небольшие проблемы. Пионеры уже сюда не успеют, поэтому давайте вниз поедем, поможем разведчику. Вот эти ребята успевают. Главное их не подставить, аккуратненько. Сюда тоже ничего не будет. Да, нормально. Здесь подъезжаем. ПТ. Куда бы тебя запихнуть, чтобы тебе сейчас не влетело урона. Для окружения надо. Но в этот ход все равно уже мы не окружаем, поэтому, в принципе, сюда куда-то вот так вот поставим просто. Проверяем. Может добрать. Почему нет? Не добрал, жалко. Ладно, переведем. Раз место есть, почему нет? Вы, если только успеете сюда, к этим ребятам. Ты полечись. Ты стоишь. Главное, чтобы тебя не окружили. Как-нибудь так встань. Не знаю. Все, следующий ход смотрим. Тут ребята падают. Ну тут мы можем сейчас захватить. Отлично. Здесь мы захватываем. Еще успеваем пострелять. Танк жалко не достает. И подходим. Возможно, лучше было полечиться, чем стрелять. Здесь. Так, я не тот перевел самолет, видимо. 1-3. Нормально. Вас мы отдаем, наверное. Мне не жалко. Тут мы не успеваем уже никак. Хотя вот здесь можно через железнодорожную дорогу. Кстати, по идее, мы можем и переправить сюда. 0-3. Так. Заезжаем, захватываем аэродром. Отлично. Тут пионеры дают бонус. Так, здесь место открыто сейчас. Но я думаю, тут им сейчас будет тяжко очень. Все, они подавлены. Пошли, да? Отлично. Сюда подставляются 1-5. Что у нас по тактическим? Надо вот этих ребят забрать. Так, ты далеко. Вы распакуетесь? Да, отлично. Пока сюда не встаем, значит. Почему нет окружения, я понять не могу.
до сих пор. Давайте так попробуем. Все равно не окружены, да? Но этот мы захватываем за следующий ход. Тут уже понятно. Все. Надо вот с этими разобраться и здесь попытаться. Тут антиэр не даст авиации поработать. Поэтому вначале здесь разбираемся. 4-2. Давайте на четверочку. Тут на двоечку. Так, и они, кстати, нас пробивают. Можем отлететь. И еще на двоечку. Все равно, да, пробивается? Я понял. Тут ломаем чуть-чуть крепление. Артиллерию сюда поближе к ним переводим, наверное. Вот так вот. Ребята еще могут. Кстати, вот можем врываться пехоты. Под танк подставили, отлично. Но 1-4 не хочется. Здесь будет больно. Хотя они вряд ли проатакуют. Не должны, я думаю. Проверяем. В общем, ты походил. Истребитель может перелететь. ПТ-шка куда-нибудь сюда встает. Танк 1-4. Тигр второй. Интересно они, конечно, ребята. Второй тигр стоит. Пионеры идут. Инженеры тупят. Отлично. Так, тут все. Все, следующий ход смотрим. Как я и говорил, они выйдут. А, нет, на пехоту напали. Захватили. Тут, скорее всего, стоят, да? А, нет. Тогда захватываем. Стреляем. И отходим. Тут даже не пытался вылечиться товарищ. То есть делаем так. Не отходят. Вот так. Здесь пытаемся окружить. Не достаете, да? Тогда вот так. То есть даже сейчас нет окружения. Я понял вас. Все. Расстроились ребята. Сдались. Соответственно, здесь мы заберем вот этого, наверное. Или нет, ПТ. Заберем ПТ вначале. Чтоб танки могли добрать спокойно артиллерию. 4-5. Ну, отлично.
Раз. Единицу все-таки все равно пробил, гад. И выберем, кого, кому звезды важнее. Вот тебе, допустим, а ты не здесь. Ты уже походил. Ты не достаешь. Ну ладно, тогда кто достает, там, там вот того и тапки, так сказать. Подъезжаем еще на четверочку. Все, прорыв, но мы не можем уже больше ехать. Гекс я не буду захватывать, я хочу еще здесь убить вот этих товарищей и пофармить. Соответственно, тут забираем, окружаем, уничтожаем, не даем им выйти из окружения. 1-2, нет, стоим. Добьем разведчика. Танк. Но уже никуда он не успевает. Тут можно ради прикола перевести. Может, прям до сюда. А здесь, кстати, вот интересно, можно выгрузить или только в гексах можно выгружать? Ну, тут приехал заход. Выдвигаемся, в общем, за ребятами. И, кстати, но нет, я не хочу рисковать. Я лучше танками ее заберу. Единственное, что артиллерии надо подъехать, конечно, поближе. ПТ-шки пока что нет. Для окружения, короче, все, кто доезжают, все, кто могут окружить, все едут. Прокликиваем, смотрим. Кто что может, ты стоишь. Ты еще можешь, ну выдвигайся тогда. Ты стоишь, истребители ничего не могут. Ты в теории только можешь. А вот, кстати, сюда можем. Все, пропуск кода. Пытаются ребята выйти. Отлично. Плюс в том, что они не фортифицировались. То есть они в поле, соответственно, от танков они получат сейчас по щам хороших. Соответственно, в первую очередь едут танки, которым далеко ехать, чтобы они успели стрельнуть по ним, прежде чем они куда-то отойдут. Вот так вот. Возможно, даже... Да. Вначале... Так. И так. С прорывом мы теперь еще достаем здесь. Отлично. Но артиллерия не достреливает, в принципе. Ладно, артиллерия следующих вот войск простреляет. Здесь можем захватить, отъехать. Раз, два, три. На три хода и прилетит артиллерия. Поэтому извини, разведчик, но ты слабое звено. Но еще не все потеряно, мы еще могли бы пострелять. Давайте сюда переведем. Кто у нас тут с транспортом? Не, нельзя разгрузиться. Нет рядом подходящего гекса. А если вот здесь, допустим, вот рядом подходящий гекс, прокатит или нет? Сейчас узнаем. Ты ждешь следующего захватываешь. Тут не забываем про ребят.
недолго шли к этой цели. Погрузка не получилась. Так, все. Последний ход. Он трудный самый. Ребята даже не дернулись. Но это им не поможет. Плываем, отъезжаем, точнее. Подавляем. Окружаем по максимуму. Ну нет. Урон я не хочу получать. Поэтому ладно, живите. Сколько? Раз, два, три. Раз, два, три. Да, не успевали, ребята. Захватываем просто. Гекс. И победа. Все, спасибо всем за просмотр. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующую серию. Всего хорошего. Увидимся скоро.